Эффективность и закон – несомненно, два важных понятия во время принятия решения на заседании Совета депутатов. На этот раз наиболее активно эти понятия рассматривались в контексте вопроса о внесении изменений в структуру администрации Щелковского района. Некоторые отделы теперь войдут в качестве структурного подразделения в управление, а некоторые вопросы добавятся в ведение руководителям. Законом внесены изменения в Московской области, да не наши приезды. Мы просто вносим изменения в соответствии с законом. То мы не просим дополнительных средств на содержание администрации. Все будет в пределах установленного фонда оплаты труда. Районный совет депутатов принял решение о безвозмездной передаче муниципального имущества Щелковского района газопроводов низкого давления в собственность Московской области. Передаваемые газопроводы находятся на территории городских поселений Щелково и Загорянский и сельского поселения Медвежеозерское. Так нам передали полномочия городского поселения Щелково и Анискинское в части определения поставщиков, то есть это проведение конкурсных процедур. Также мы рассмотрели вопросы передачи полномочий в части определенной по водоснабжению городского поселения Щелково и передали в собственность Московской области газопроводы 18 объектов для их эксплуатации. После передачи 18 газопроводов будут содержаться и ремонтироваться за счет государственного предприятия «Мособлгаз». Кроме этого, обсуждались и другие темы. Были назначены даты рассмотрения ежегодного отчета контрольно-счетной палаты района, отчета о деятельности Совета депутатов. Отдельным пунктом в повестку был внесен вопрос о назначении даты отчета руководителя администрации Алексея Валова перед Советом депутатов. Решением органа руководитель должен будет отчитаться о своей работе 26 апреля.